Ну что ж, продолжаем проходить Crimson Metal. У нас второй эпизод, и это 8-й уровень. Перед загрузкой данного уровня было такое сообщение о том, что у нас, значит, кто-то затмил наш разум. Мы попали в ловушку, но по неизвестным причинам они оставили нас в живых. Поэтому мы, собственно, здесь. Так, что-то активировалось. Где-то был какой-то звук, непонятно откуда. Давайте здесь сначала, наверное, все изучим. Ага, патрончики. У нас нет никакого оружия. Видимо, все отобрали или что, я не знаю. Ну, в общем, такие дела. Пока мы просто как бомжи. У нас даже нет ни ножика, ни пистолетика какого-нибудь. Вообще ничего нет. Ой, какой неприятный звук. Чувак, дай какое-нибудь оружие. Это прям не чувак, это уже скелет сплошной какой-то. Так, три двери, давайте посмотрим. Ага, открывается. Отлично. По-моему, здесь немножко... Такое ощущение, как будто во второй части чувствительность немножко мыши изменена, что ли. Вроде бы поставил как в первой. А, как-то вроде чуть-чуть отличается. Ну да ладно. Так, ни хрена тут у вас. Ага, смотрите, какая-то... Какая-то лазеечка есть. Давайте слазим, посмотрим. Лишь бы только не застрять, а так все хорошо. Вот как мне вот эти ящики разбить? Никак. А, это просто секретная зона, да? Понятно. Короче, мы никак здесь ничего не сможем сделать. Патроны. Где же хоть один пистолет какой-нибудь? Почему у нас только патроны одни везде? Патрон есть, оружия нет. Прям какая-то зловещая атмосфера, я не знаю. Ага, смотрите, там что-то подсвечивается. Ни оружия, ни патронов, ни врагов. Где все? Алло. Еще патроны. Не, ну хорошо, мы патронов уже набрали много. Но... как быть с оружием-то? Давайте попробуем, что такое. А вот это зачем? А, это не работает. И это все? Нет, не совсем. Я думал, конец уровня. Ну, как в первом эпизоде был первый уровень такой... Опять оружие какое-то подобрали, патроны вернее. Первый уровень был такой вступительный. Но здесь, походу, тоже решили что-то типа вступительного уровня... Ого, здорово. Что-то типа вступительного уровня сделать. А, вот это подобных мы вроде уже видели, только... Нет, немножко других. Сейчас кого-нибудь выпустим? Нет, не надо. Не надо. О, я вижу патроны, ребят, классно. Так, выход. Выход, явно. Нам сюда, у нас никаких ключей нет пока что, да? Да.